Глава МИД Украины встретится с венгерским коллегой. Климкин примет участие в министерском заседании инициативы «Восточное партнерство», а также проведет ряд встреч. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 15-16 октября проведет ряд встреч с представителями ЕС и НАТО, а также поучаствует в министерском заседании инициативы «Восточное партнерство» в Люксембурге и Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба МИД в понедельник, 15 октября. Так, Климкин встретится с руководством Еврокомиссии, представителями Европейского парламента, руководителями внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Кроме того, украинский министр выступит на конференции «Вмешательство в выборы в цифровую эру». Запланированы также встречи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчевичем, комиссаром ЕС по вопросам безопасности сэром Джулианом Кингом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Венгрии Питером Сиерто. Напомним, 4 октября послу Венгрии в Украине Ернакешкине вручили ноту с информацией, что венгерский консул в городе Берегово объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. Позже Венгрия пошла на зеркальные меры и заявила о высылке консула Украины. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.